головка на 19. Так, а вот там так не получится пистолетом залезть. Там надо будет трещоткой. Грязно, неприятно. Ладно, откручиваю. Немножко болтик подчистил, головка на 12 длинным удлинителем. О, без карданчика подошел. Воробей, что ругаетесь? Воробьи раскричались. Так, здесь у нас на обратке хомут быстро съем. Так, шланг снял, это у нас обратка, а трубку надо откручивать вторую, там ключ на 14. Все. Трубку выкрутил, потом когда рейку поставлю, там помою резьбу, соединение. Так, хочу показать, здесь я, конечно, уже открутил, снизу гайка. Сверху два болта на 19. И также один болтик на 12. Вот этот кронштейн с трубками вот сюда прикручен. Его тоже откручиваю и убираю. И после этого я уже смогу вот эту скобу снять. Снимаю скобу и вытаскиваю рейку. Рейку сюда буду откручивать. Думаю, в камеру видно. Скобу я с рейкой вместе отвел скрепление и вверху вал снимаю.
вал снял. Все, рейку я вытащил, беру новую и завожу ее на место. Вернее, не новую, а бэушную, но с разборки. Все так же сбоку. Здесь места много. Коробка снята. Рейку завести вообще труда особого не составляет. Завожу. Ну и сразу одеваю рейку на рулевой вал. Рейку я вытянул точно на такое же расстояние, как и родную, как снимал. И наживляю. Все затянул, и шланг одел, рейку затянул с одной стороны, с другой стороны. С этой стороны тоже рейку затянул, поставил коробку на стойку, гидростойку, ну и поднимаю ее.
две пары перчаток уже укатал. Такая машина запущенная, грязная. Ребята, не запускайте. Хоть и старые машины, не запускайте их. Пусть они будут чисты. Им это нравится. Коробка прижата, теперь только болт нажевлять. И можно притягивать. Подтянул я коробку на 4 болта. Теперь немножко ее поджимаю. И снимаю лыжу. Лыжу снял, сразу наживлю гидротрансформатор. О, один наживил. Наживляю все 4. Только после этого затягиваю. Иначе, если их 3 подтянуть, 4 быстрее всего не попадет. Небольшое, но смещение есть. Ключ на коленвале на болту. На 27. А вот теперь можно все протягивать. Также оживляю и затягиваю вот эти болты. Затянул. Ставлю на место лючок. Мыть ничего не стал. Даже не намеревался. Пускай заезжают на мойку и хорошо отмывают здесь все. Сейчас хоть грязи подколотил много.
и коробка чистая. Остальное, я думаю, отмоют. Теперь можно ставить на место привод, прикручивать его к блоку и устанавливать подушку, а уже потом ставить на место лыжу. Так, здесь я протирал, еще протру. Ловлю. Нажимаю. Притягиваю, а после этого уже наживлю и притяну траверсу. Привод подтянул. Вот теперь можно наживить и закрутить траверсу. Притягиваю ее и снизу, и сверху. Сверху болт тоже на 14. Сверху затянул. Притягиваю. Кронштейн закрепил. Смазываю резьбы. И ставлю на место лыжу. Ух, какой гром гремит. Притянул подушки, притянул лыжу на место. Теперь ставлю рычаг и стойку стабилизатора.
Сейчас дождик ливанет, гремит, гремит, уже капать начало. Притянул, ставлю на место стойку стабилизатора и рулевой наконечник. Притягиваю. Здесь опущу коробку после этого. Убираю гидростойку. Проверю пробку. Затянуто. Ставлю на место привод. Целую, смазываю. От ржавчины немножко ее почистил. Здесь я уже говорил, резьба вся сорвана, на этом сорвана, на гайке вообще на честном слове держалась. Шайба просто выточена из болванки, герметичности нет, она не прижимается, от этого туда грязь попадает. Хотя бы просто примерно я ее сейчас немножко почищу, герметиком мазану, все-таки меньше грязи попадать будет. С двух сторон намазал и новую гайку. Подтяну. Также смазываю и ставлю на место рычаг.
наживляю и притягиваю. Рычаг притянул, стойку стабилизатора притянул и рулевой наконечник притянул. Подтягиваю гайку привода. Ну и основное у меня снизу все сделано. Здесь я потом пыльник только поставлю, когда подключу разъемы. Ну а сейчас опускаю автомобиль и соединяю все сверху, собираю. Тросик даже совпадает в парковке по следу. Так, здесь стоит. Сзади два разъема снизу я соединил. Так, там было отломано, здесь целое. А раз целое, мы поставим сюда. Так, это у нас сверху будет. Ставлю кронштейн. О, еще увидел, где масло не подключил одну. Вот она.
Застежку увидел, где сделали. Не знаю, что попробуй доберись до нее. Заливаю масло. Коробку я пробку скрывал сухо. CVT NS1. Масло NS1 для старых автомобилей. Сейчас оно такое не используется. Но цена у него просто заоблачная. Банка еще старой фасовки. KLE50-4004. И потихонечку, не спеша, заливаем. Я четверку одну вылил, а вторая потом уже заведу, когда буду уровень выставлять. Также в гидроусилитель масло заливаю. Сюда и Идемитсу PSF номер для заказа. Что, нету номера для заказа? Второй банки нашел 16-46-3-0-5.
Пол-литра влил, рулем покручу, не запуская двигатель. По максимуму пока залил. Ставлю батарейку и пробовать буду. Пробую. Если не получится, свечи выкручу, масло добавлю. 11 месяцев автомобиль стоял, завести его не смогли. Запустился, ура! Я не знаю, что они его не могли завести. Так, отлично. Насос прокачался. Снизу все сухо. Так, сейчас прогревается. Попутно подливаю масло, проверяю.
сухо. О, маленько перелил, залил 6 литров. Сейчас откачаю. Должно быть вот в этом диапазоне. А у меня, получается, сейчас коробка разогретая. И вот, нет, все-таки много, немножко откачаю. Откачал маленько масло. Все, во, максимум. Так, что? Выезжаю, пробую. Все нормально. Единственное, с рулем промахнулся. Руль стоит поперек. На спидометре он 447 тысяч километров. Ну, на этом все. Всего вам доброго.